дорогие мои невротики, те люди с тревожным катастрофическим мышлением, мнительные, с ипохондрией, со страхом за свою жизнь, вам нечего бояться, но симптоматика вас мучает. Что мы будем делать? Мы будем развивать ассоциативное мышление, конструктивное мышление и будем моделировать свое будущее, в котором нету этой симптоматики, а есть радость от преодоления, есть восприятие реального мира и создание реальной, экологичной карты отражения этого мира. И поэтому вот эта дача, вот эта природа нам позволит значительно глубже проникнуть в построение карты реальности. Работаем над этим. Подписывайтесь на мой канал.